И фактически торжественным закрытием первого заезда участников международного семинара для студентов-архитекторов СИЗАМ 2021 поликлиника стал аудио-видео-перформанс на открытой площадке второго этажа поликлиники. Вход через окно, это традиционно. Зрителей много. Красиво выглядит освещенное снизу, выросшее на крыше деревья. Музыка специфическая, своеобразная. Кто-то просто сидит, слушает, кто-то даже пытается танцевать. В какой-то момент музыка стала напоминать шумы и эффекты из фильма «Близкие контакты третьей степени». Ведь изображение очень специфическое, напоминает видеобрак или видеошумы. Вначале практически ничего не понятно, потом различаются очертания города. Сначала черно-белое, позже цветные. А ближе к финалу на 95% это явно видео Славутича с дрона, только кверх ногами. Ну, на 95% точно. В общем, зрелище любопытное, но явно для людей с архитектурной фантазией. Мы пытались вникнуть, но... А вот место локации очень интересно. Отсюда вполне можно наблюдать за метеоритным потоком Персеиды. В этом году будет больше ярких метеоритов с длинными хвостами. Метеоритный поток Персеиды проявляет свою активность с 17 июля по 24 августа, поэтому смотреть небо, считать падающие звезды можно каждую ночь в это время. Для наблюдения, кстати, не нужны никакие оптические приборы, желательно выбрать место с открытым юго-восточным горизонтом вдали от ярких источников света. Вот на втором этаже поликлиники это точно то место для наблюдения за метеоритами Персеиды. Все хорошо.